вы все-таки дошли. Очень трогательный и такой всегда трепетный момент, когда появляется новая книга, как ребенок. Но сегодня я думаю, что пришли самые дорогие, близкие люди, которые имеют отношение как к моей жизни, так и к моему творчеству. Вот. И сегодня для вас будут звучать стихи, будет звучать музыка. Первая композиция прозвучала на песню, которая написана на мое стихотворение «Сиреневое счастье». За роялем сегодня Арсен Костанян, замечательный музыкант, композитор, аранжировщик. Сегодня мы подготовили такой вам творческий вечер по стихам из моей новой книги. Книга эта седьмая по счету, седьмой сборник. Вот некоторые книги представлены вот там вот на столике, если у кого-то их еще нет, можете ознакомиться, у нас будет антракт. Некоторые стихи я вам просто покажу, вот «Босиком по асфальту», такой вот был сборник. Они все разные, все с разным характером, потом «Оставаться с собой» книга, «Держусь за воздух», это в прошлом году была как раз эта строчка из песни, которая прозвучала в конце видеоролика Светлана Сурганова поет песню «Воздух». И здесь есть фотографии с моими любимыми соавторами, с моими замечательными исполнителями. Вот. И многие песни, которые в видеоролике прозвучали, они написаны на музыку Сергея Аристова, который сегодня здесь присутствует. Зарис, Леш, дай, пожалуйста, потому что все наиболее известные Аллегро, Леванга, Подольская и много-много еще других песен написано в нашем соавторстве. Я думаю, что еще будет очень много песен и далее создано вместе. Ну, а сегодня я представляю вам вот такой вот сборник «Високосный год». Он написан в течение двух последних лет. Здесь только новые стихи. И название не случайно. Год был такой сложный в борьбе с самой собой, с творчеством, какие-то преодоления. Вот, и поэтому вот, ну, конечно, все равно выход на свет и на творчество – это непременное условие вообще моих всех поэтических попыток. Вот, начнем. У нас были две части. Первая часть будет такая, вот она, философско-психологическая, такая, скажем, вторая будет по любви о творчестве, уже более легкая. И, конечно, находясь вот в этом замечательном месте, в замечательном здании, в котором жил и Чайковский, и Куинджи, в котором версталась книга Чулки Ахматовой, и много-много еще событий замечательных происходило, и вообще Васильевский остров, он не может не вдохновлять поэтов на творчество, поэтому много стихов будет посвящено и Васильевскому острову, в частности, и Петербургу в целом. Между лазурно-серым и грязно-серым робко прорвется солнцем яркий свет. Я этот город чувствую каждым миром, хоть он давно уже до меня воспел. Марсово поле летом кипит сиренью, Моргенштейна снова играет джаз. Завтра в Коломне снова стихотворение. Моя
взгляда повернет. Забыв про время, всматриваюсь долго, представлю, как 300 лет назад внутри колонны по ступеням воглом взбирается по лестнице солдат. Его мундир пропал горелым маслом, зато огонь полощется вдали, чтобы ночным или туманным часом вернулись к дому наши крови. Стоят колонны, мощь морской державы, величием торжественной волны, своей отчизне, доблестью и славой послужится на веру одной страны. Отважно пролезают воздух в ростре, Нева и Волхов, Волга за Днепром, сошлись на реке, и прекрасный остров плывет над Петербургом белым сном. В этом городе, где хлебом кормят чаем из окна, в этом городе, где летом начинается весна, где царит дождя за лесом, где мосты вросли в гранит, где к живым нет интереса, мертвым станешь знаменит, где печальный Достоевский пишет новый свой роман, где приезжий люд на Невском рад опустошить карман, где помогут и без денег, пустят запросто пожить, где цитата из Монтэня апеллирует бомжи, в этом городе дворцов, обветшавшим изнутри, где еще в почете слова, где достоинство в крови, в этом городе туман, опрокинутым в него, в этом городе так странно, любовь и жизнь. Конечно, город — это не только улицы, это не только архитектура, да, это также жители этого города. И ну, сама атмосфера у нас такая серьезная, немножко печальная, и солнце может быть маловато, поэтому такие радостные, живые лица встретишь реже, чем такие хмурые. Вот такая вот зарисовка у меня появилась, когда я ехала в метрополитене. Называется «Стихотворение пассажира». Сам Достоян Дудук. Вы посмотрели сквозь меня, и я невольно содрогнулась. Какая грустная сутулость, какая крепкая броня. Какие бури гнули вас, какие ветры вас ломали. Вы улыбаетесь, едва ли. Вы нелюдимы без прикрас. И взгляда черного смола, и губ опущенных усталость. Я вас ребенком попыталась представить, только не смогла. Подземный переход. Собака породы простой, не особой, привыкшая быть на виду, сидит у ларька с ароматной сдобой и просит себе на еду. Вблизи от метро в переходе подземном с хозяйкой вахту несет. С утра и до ночи не лает, не дремлет, но мимо несется народ. Хозяйка под стать своей старой дворняге молчит, лишь во взгляде мольба. Не просто пришлось ли на ей пировать, потерла старушку судьба. Кто видел их вместе, забудет едва ли, хромая, исчезнут во тьме. Не помню ни разу, чтоб им подавали, но дело совсем не во мне. Недавно под вечер домой возвращаюсь и вижу, как будто вино. Стоит эта женщина, молча печаясь, без старой дворни. Улица Лепина. Совсем недалеко здесь есть эта улица. В основном в туристических справочниках знают ее как самую узкую улицу в городе. У ленинградцев немножко другая память об этой улице. Я
решила об этом написать. Бродят тени по улице Репина, слышен шорох в дворах проходных. Здесь холодной зимой 43-го Ленинград служит мертвых своих. Поздней осенью ветер надсаднее запоет и расскажет о том, как вели сюда тропочки садные, как шаги отмерял метроном. Не расскажет туристам про ужасы, им достаточно лишь одного. Эта улочка славится узостью, шириной 5 метров всего. Столько горя вовек не расплатишься. По мощенной дороге пройду, здесь у каждого дома расплачешься, окунувшись в чужую беду. Но проходят года, и забвение входит в моду, а совесть молчит. И уже подросло поколение, где никто из дедов не убит. И со среднего в садик Румянцевский узкой улочкой прямо вперед петербуржцев с красивыми ранцами мама за руку здесь пойдет. Одиночество. А стены покраснели от стыда. Румянец проступил кирпичной кладкой и просочилась сквозь кирпич вода. Я со стены смахнул слезу украдкой. Еще чуть-чуть, они заговорят. Сначала гулкий шепот еле слышен, и словно гром от дальнего раскат, и голоса то ясные, то тише. И постепенно перейду на крик, безумный вой, клокотание в глотке. В пустой квартире брошенный старик, а в доме так прочные перегородки. Декабря я как раз была в Крыму, когда была премьера мюзикла на мои стихи, и когда в тот же день, когда нам возвращаться из Симферополя, вот взорвался самолет, в котором летела доктор Лиза и ансамбль Александрова. Вот. И, в общем, ну такой вот, вот первая часть. Словно камень с откоса летит, громыхая, этот год високосный, лавина лихая. Острый скальпель зажат в беспощадной ладони, что ни день, то набат, кто-то близких хоронит. Он не слышит мольбы, хмур, как поздняя осень, он все косит и косит, косит и косит. Здоровье, пламя, все в его костер, как не оберегалось, зацепило. Больничный стул, хирургу приговор, но ангел мой отводит от могилы. Вот год к концу, и вроде полоса прошла потерь и бед непоправимых. От горя разорвутся небеса в тот самый день, когда лечу из Крыма. Над Сочи запылает самолет, и в каждом сердце отзовется боль. Пройдет и этот високосный год, спасаемся лишь верой.
не расписан день, не готов маршрут. Он опять поверит, ему соврут. У него всегда все идет не так. Он в душе мудрец, а в быту простак. Баррикады книг, снегопад листов, он плетет узор из волшебных слов. Вам не нужно знать правила игры. Вы живете, а он создает миры. Одинокая волчица. Мне ночами часто снится, как у дум своих в плену одинокая волчица молча смотрит на луну. Не спугнет ни дождь, ни стужа, вспышки молнии во тьме. В час ночной ей очень нужно оказаться на холме. Там сидит непостижимо, безотрывно смотрит ввысь, словно все невзгоды мимо волчьей жизни пронеслись. Не рычит она, не воет, исчезает на заре. Так похоже на здоровье. Я не умею жить среди людей. Я с этим миром говорю стихами. Печальный скептик, бравый лицедей. Я отражение, созданное вами. Полюбите, я тут же расцвету, если играю радугой над полем. А видите, впадаю в минуту и задыхаюсь от тоски и боли. Я отражение ваше в этом суть. Пусть каждый видит то, что видеть может. Не мной когда-то выбран этот путь, но я иду. Хоть он тернист и сложен, гордец гордячку встретит на пути. Получит циник веткую смешку. С друзьями лучше друга не найти. Врагов сожгу до черных головешек. Зеркалить мир, при этом быть собой. Не замутнить духовного кристалла задача непроста. Но любовь дает мне силы. И все плывет, маяк, залив, луны, и я, и небеса, и облака. Стихотворение называется «Бристольский башмачник». Как бристольский башмачник, уйду на маяк, несмотря на циклоны лихие. Здесь ни сплетен, ни дрязг, ни людей, ни собак, только я, морская стихия. Буду думать о вечном, менять петли, слушать грозные волны бормотания. Буду песни слагать, провожать корабли, рукой махать на прощание. Далеко мой маяк, много миль до земли, надо мной бескрайнее небо. Птиц парения, облако где-то вдали, так я счастлив, нигде еще не был. Даже в шторм, когда рьяный стутонной водой сотрясет эту солнцевую башню, вахту я не покину, останусь с собой, настоящим, ведущим, вчерашним. Если слово твое в унисон прозвучит, значит, будешь раздан, растоптан, забыт. Но слова прозвучат, словно в землю растут, и гвоздика мы вспыхнут на зимнем мосту. Мы гвоздики зовем, и кровь это труд, и не зря говорят, смерть красна. Называется 31 августа, 31 августа, день
ухода Марины Цветаевой здесь уже в этом месте. Ветер щедро швыряет в лицо золотые монеты, и хранитель двора надевает потуже мешки. Сколько раз зарекалась писать о времени этом, сколько было поэтов, писавших про осень стишки. Время сказочных грез и прощальных стихов лебединых, время долгих ночей, где не гаснет огонь до утра. Это лето закончится снова ходом моря. Только господь моря, значит, еще не пора. Так и живем, постепенно величая, тянет на подвиги реже, реже встречаемся, реже встречаем, словно забыли твой тетивы струн напряжения, голос звенящий, чтобы секунды с места в карьеру. Не предавайте свое настоящее ради умных и скучных манер. Будьте простыми, горячими, честными, бейтесь, боитесь за нудом на зло. В ваших руках сделать жизнь интересной. Без оправдания, что не повезло. Я учусь эту жизнь принимать всерьез. Мне все кажется розыгрыш или сон. Ведь ответ где-то есть на любой вопрос, только адреса нет, где дается. Раньше думала, если дают, бери. Улыбаются, значит, щедры душой. Но качнется май. Раз, два, три. Ты опять один на земле большой. Сколько было слов, ни к чему слова. Сколько было мельниц, мостов и слез. Но игра не кончена. Я жива. Я учусь эту жизнь принимать всерьез. Минут 10-15 перерыв, да, для того, чтобы отдохнуть, посмотреть книжки, пообщаться друг с другом, дышать свежим воздухом, вот, и опять собраться на вторую часть.